Мы на берегу озера Харис. Вы видите бесконечный горизонт. Озеро судоходное. И вот такая красивая цапля сушит свои крылышки. Я считаю, что мне повезло сегодня, потому что я цаплю в такой распростертой позе не видела никогда. Но что-то как-то получилось. Видно, мокро рыбачил. Машина проехала. И теперь он сушит свои крылышки. Очень красивый птица.